наконец-то мы запустили вторые папаньки. Скоро! Теперь ты. А может, не надо? Надо, Славик, надо. Не будь тряпкой. Папа. Яна, перестань баловаться. Хорошо. У тебя все нормально. Ты целую минуту молча таращился на Славика. Я не таращился. Ты даже не моргал. Я просто задумался. Вячеслав, у меня к вам есть несколько вопросов. Ну? Скажите, пожалуйста, как вы познакомились с моей дочерью? Ну, это было на школьной дискотеке 2 недели назад. Я пригласил ее на медленный танец, и все. 2 недели назад? Это когда ты у подружки к контрольной готовилась, да? Пап, ну да брось. Срок давности твоего преступления уже истек. Теперь ты будешь с нами жить? Нет. Вик, а ты уже беременна? Макс, что за вопрос вообще? Что это в папином списке вот стоит? Папа! Максимилиан, кушай тортик. Скажите, Вячеслав, а чем вы увлекаетесь? Да много чем. Ну там, веду свой видеоблог. На лонгборде катаюсь, на гироскутере. Минимум раз в неделю фристайлю на батлах. Ну, с друзьями зависаю, такое. Простите, а слово «учеба» я не расслышал, или его не было в этом перечне? Ну да, учеба. Само собой. Я смотрю, вы столько дел одновременно делать сможете. Прям как Юлий Цезарь. Смешно. И как у вас столько времени на мою дочь хватает? Хватает. Кто-то в клубах кричит, разбивая сердца, и в коктейльных огнях вечера прожигая, кто ныряет в кредит, чтобы жить во дворцах, словно ветер по белому свету летая. Или строит мосты, снимает кино, изменяя пространство, век ускоряя. Может, в космос летит, только мне все равно, я гораздо сложнее задачи решаю. А я крутой папанька, папанька, я крутой. Никто не может больше, никто не может больше сравниться со мной. Я мог бы стать звездою, вершины покорять, но все-таки труднее, гораздо ведь труднее крутым папанькой стать. Сделать в школе ремонт, пробежать вместе кросс, научить попадать между глаз хулиганам, сделать даже сестру, для меня не вопрос, нужно только всего лишь согласие маму. На борьбу и футбол, на стрельбу и хоккей, прокатиться вдвоем на подножке трамвая. Мой сынишка со мной гораздо взрослей, только я почему-то с ним в детство впадаю. А я крутой папанька, папанька, я крутой. Никто не может больше, никто не может больше сравниться со мной. Я мог бы стать звездою,
вершины покорять. Но все-таки труднее, гораздо ведь труднее крутым папанькой стать. А я крутой папанька. Ну, спасибо вам за знакомство. И еще раз спасибо за чай, был очень горячий. Извини, пожалуйста, я правда не хотел тебя облить. Ну да. А можно с вами напоследок селфи сделать? Да, у меня особо инструментов нету. Папа, селфи — это совместное фото. Ну, знал я, что это совместное фото. Что же, пошутить нельзя, что ли? Я и сам хотел предложить сделать это селфи. 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 Ну да, ну да. Так... Супер. Я побежал. До свидания. Всего доброго. До завтра. До завтра. Папа! Что? Знал я, что такое селфи. Пап, ну как тебе Славик? Ну, Славик как Славик. По крайней мере, он не показывал нам родимое пятно в форме Италии. О, значит, ты будешь не против, если мы с ним завтра вечером в кино пойдем? Ну, если места будут, не в последний ряд. Договорились. Вика, а что такое видеоблог? А, ну это когда люди в интернете рассказывают про свою жизнь, наблюдения, мысли. Или же делают обзоры разных событий. Это как журналисты? Ну, типа того. Ладно, пап, можно я к себе? Иди, иди. Я тебя люблю. Я тебя тоже. Папа, у меня слиплась! Яночка, а я тебе говорил, что не нужно кушать столько сладкого. Ай! Да что ты мне из этой куколки? Базука его надо. О, я тебе говорил, надо было броню убрать. А, все, снайпер. О, никто, ты, по-моему, что-то хотел? Все, закончил. Нужна твоя помощь. Никтос, если ты вдруг задумаешь сочинить гимн для своей семьи, он обязательно должен начинаться словами «Егор, мне нужна твоя помощь». Ладно, что хотел? Надо в деревню съездить, Иру забрать с продуктами. Овощи там, фрукты, консервация всякая. То есть поехать черт знает куда, по черт знает каким дорогам, забрать твою капризную беременную жену, напихать полный багажник овощей и фруктов и к вечеру вернуть, да? Даже не знаю, существует ли более увлекательный способ провести воскресенье. Ну, пожалуйста, очень надо. Я обещал Ире, что заберу ее сегодня. Ну, если обещал, так делай. Или у тебя уже аллергия на своего тестя? Я просто сегодня очень занят. Буду мутить бизнес. Мутить? Более удачного слова, наверное, и не подберешь. А что за бизнес мутило? Романтический ужин на крыше. С голубями? Нет. Смотри, пара заказывает романтический ужин. Я все организовываю. Мне за это хорошо платят. Понимаешь? Так ты у нас еще и продюсер. Только боюсь, что это плохая идея. Да это классная идея, поверь. Тем более уже есть первые клиенты сегодня. Да? Я не понимаю, когда ты все это успеешь? Что там успевать-то? Поставить стол, стулья, шампанское. Ну, по мелочи там. Фрукты, свечи, шарики, музыка, лепестки роз. Ты, по-моему, к своей свадьбе меньше готовился. Рисковый ты пацан. Но, как говорится, кто не рискует... Шампанское не пьет. Нет, тот живет долго и счастливо. Да все получится. Ты, главное, Иру забери. Поможешь? Подружный. Ладно, ладно. А что ей сказать, если спросит, где ты? Скажи, меня на работу вызвали. Тем более, это почти правда. А еще одна просьба. С Ирой не торопись.
потяни время. А ты в это время еще один бизнес замутишь, да? Сдашь квартиру на часок. Нет, хотя и нет. Просто не хочу, чтобы Ира узнала про мою затею. Ты же знаешь, как она к ним относится. Разводить и продавать щенков? Серьезно? Ты вообще в своем уме? А что, сейчас это модно. К тому же можно нормально заработать. Интересно, на какое потомство можно рассчитывать от двух кобелей? Это продавец что-то напутал. Я покупал одного кобеля, а вторая должна была быть... не кобель. Фу! Завтра пойду поменяю. Никита, никакого завтра, никакого поменяю. Не хватало мне тут еще собачьего борделя. Значит так, слушай меня внимательно. Чтобы через 5 минут этих кобелей здесь не было. Иначе ты сам скоро станешь бродячим. Ясно? Ясно. Да. А кинолог из тебя, конечно, паршивый получился. Ну ничего, что-то придумаю, чтобы Иру задержать. Ну что, Игорек, прокатимся? Давай, на природку поедем, воздухом подышишь, от телефона своего отвлечешься. Угу. Угу. Ну куда ты его ведешь? Там же засада. Да что ты... Ай, дай сюда. О, дядь Никит, здрасте. Яночка, зубная паста и пена для бритья – это разные вещи. Макс, ты же был рядом. Мог ей... А ты что там смотришь? Да так, ничего, ничего особенного. Опять взломала родительский контроль? Нет. Ну, в таком случае мне еще интереснее. А ну, быстро открывай. Быстро. Открывай. Всем привет! С вами MC Hunter. Что ж, сегодня я хочу поговорить о том, что же делать, если ваша девушка хочет познакомить вас со своим предком. Когда-нибудь ваша девушка вам скажет: «Слушай, а приходи сегодня ко мне домой, я хочу познакомить тебя со своим батей». Бегите! Бегите, что есть мочи! Жаль, что об этом мне, ну, никто не рассказывал. Именно вчера я прошел через этот кромешный маразм. Это был полный Ну, вы поняли. Это был худший вечер в моей жизни. Во-первых, потому что весь вечер ее батя втыкал на меня, сверлил меня взглядом. Стремненько. Эти постоянные вопросы. А чем вы занимаетесь? А как вы познакомились? А как вы учитесь? В какой-то момент мне показалось, что он меня спросит. Какая у тебя группа крови? Что? Вторая отрицательная? Ты не подходишь моей дочери. Спустись, Львов! Единственное, что тем вечером меня хоть как-то веселило, это его прикид. Это, друзья, old school. Я бы даже сказал, мега-ультра old school. Только, конечно, но и не намного лучше. Не верите? Смотрите сами. Ребята, археологи могут радоваться. Не все динозавры вымерли. Остался один, последний, старо-пердозавр! Ура! Наш папа динозавр! Вика? Мне с тобой нужно поговорить. Аня, привет. Привет, Жень. А что случилось? Ты какой-то напряженный. А тебе Вика еще не рассказала? Не рассказала что? А, ну, в таком случае мы тебе лучше покажем. Вика, сделай так, чтобы мама увидела вот это вот видео. Хорошо. Ну, и как тебе это нравится? Вика, ты почему не говорила, что у тебя появился молодой человек? Кстати, очень симпатичный. Ой, да просто не успела, мам. Аня, о чем ты говоришь? Я о самом ролике. Тебя ничего не смутило? Жень, ты только не обижайся. Но ведь в чем-то он прав. Думаю, тебе пора вернуть одежду обратно в музей и обновить гардероб. Как? То есть ты на его стороне?
А вот мне кажется, я абсолютно нормально одеваюсь, соответствующе своему возрасту. Ой, ну тогда похоже, что в этом году мы празднуем твое 60-летие. Спасибо тебе, Анечка, за поддержку. Жень, ну ты же сам всегда говоришь, что лучше горькая правда. Ладно, мам, пока, я тебе потом перезвоню. Люблю тебя, доченька. Держи. Вот это я понимаю, машина. Сюда и корова целиком поместится. Ну, не знаю, как корова, но 6 пьяных быков влазят точно. Проверено неоднократно. Вот еще морковочку возьмите. Только что с грядки уже и помыла. Так, ну, вроде все влезло. Не зря я столько времени на тетрис потратил. Ну, если надо, то в бардачке есть еще место. Можно яблоко 3-4 смело впихнуть. Так я сейчас, мигом! Вообще-то я пошутил. Баба! Поехали уже, Егор! Так а чего сейчас-то ехать по жаре? Мы скупаемся на речке, отдохнем немного. Игорь, когда он еще на природе настоящий побывает? Он курей видел только по телеку. Вот, а потом уже по холодочку и рванем. Судя по тому, сколько он в туалете сидит, холодочек он уже нашел. Игорь, ты долго еще там? Ты что, веревку проглотил? Игорь, сынок, ты чего там? Застрял там, что ли? Блин! Ну что, сынок, ты что там, заснул, что ли? Пап, у меня тут проблемки в туалете. Какие проблемки? Не смог найти бачок? Вот они, городские жители. Нет там бачка. Нет, хуже проблемка. Да ладно, что прям туда? Офигеть! Вот как можно быть таким криворуким, Игорь? Весь в мамочку. Ладно, она хоть в борщ свой телефон уронила, а ты прям... Я случайно. Случайно. Так, ладно, все. Поехали домой. До Нового года ты без телефона. А там, надейся, только на Деда Мороза. Поехали. Пап, ну мне нужен этот телефон. А ничего, что он упал прямо в какашки? Пап, ну ты не понимаешь, там мои игры, мои рекорды, мои плейлисты, все, фотографии, папа. Хватит папкать, поехали домой. Я никуда не поеду. Че-то я его здесь не вижу. Может, ты его иди сюда уродил? Там, слева. Черт! Черт! Все, блин. Приехали. Жека, здорово. Саша, как это ни странно, мне нужен твой совет. Валяй. Скажи, вот я могу вот, вот в этом пойти на работу. Нормально? Нормально. В старой одежде, на старую работу. Все логично. Тем более ты так последние лет 15 ходишь. Будешь? Нет, спасибо. Что, вот это не модно? Ну, раз ты сам спросил, то нет. Боюсь, то, что на тебе вообще никогда в моде не было. Что? Все так плохо? Ну, как тебе сказать? У меня такое ощущение, что вы с моим батей из одного шкафа одеваетесь. Но, может быть, можно что-нибудь поменять? Легче сказать, что не нужно менять. Вот, например, твой вельветовый пиджак. Он, конечно, подойдет, если надумаешь ехать на бардовский фестиваль. Может, хватит издеваться, а? Что-нибудь посоветуешь? Жека, ну нельзя провести полный экскурс в мир мод за 5 минут. Ну, хочешь,
Приходи сегодня вечером ко мне в клуб. Посмотришь, что нынче в тренде. А в клуб можно прийти вот в этом? Или лучше переодеться? Лучше пойди домой и сожги свои вещи. Да ладно, подожди, не дрейф. Давай сейчас сходим с тобой в магазин и что-то подберем. Только одежду выбираю я. Ну хорошо, я не в том положении, чтобы спорить. Вот. Тем более тебе не привыкать. Ты по такой же схеме с Тамарой Брониславной в магазин ходишь. Очень смешно. О, привет. Здорово. Привет. Сань, можно с твоей квартиры на крышу удлинитель бросить? А то у меня есть выбор. Будешь? Нет. Розетка там. Ага, спасибо. Кстати, а что там с твоей крышей? А, все нормально. Только Олег Петрович всю малину портит. Торчит целый день на крыше, как Бэтмен. Ну ничего, я придумал для него другое задание. Так, если ты решил его с крыши сбросить, то главное не на мою машину, окей? Был такой вариант. Но у меня есть идея получше. Кстати, Жень, можешь распечатать файл с флешки? Называется «Объявление». Да, конечно. Спасибо. Вот так вот. С миру по нитке, бизнес для Никитки. Пап, мне скучно. Да? Тогда возьми вон камень, потыкай в него пальцем. Представь себе, что это твой новый телефон. Ну как улов, рыбаки? Ни одного поклёва. Хоть динамитом глуши. Ага, отличная идея. Как из твоих ключей пуля. Блин, мы так неделю будем рыбачить. Может, есть магнит помощнее? Тут самый мощный магнит вашей задницы. Вон как приключения притягивает. Легче в город смотаться за запасными ключами. Ключи запасные в бардачке. Неудивительно, что ты друг Никиты. Ну что ж, тогда надо нырять. На меня можешь не смотреть. В моем возрасте это опасно, могу и не вынырнуть. Максимум могу тебя за ноги подержать. А что будет, если вы меня не удержите? Да и вообще, я туда не пролезу. О, а что если... А я маме все расскажу. Тогда остается подключать тяжелую артиллерию. Че, все-таки динамит? Ох ты, господи. Верните наши деньги! Да, граждане, тихо! Какие еще деньги? Как собирать, так вы знаете, какие деньги! То на краску, то на видеокамеры, то на шлагбаумы! Романишин, ты-то чё кричишь громче всех? Ты ж ни копейки на это все не сдавал! А какая разница? Где же компенсация? Я впервые об этом слышу! Как это впервые? Да вот же оно, везде, во всем парадном висит объявление! Черным по белому написано! Облэнерго пересчитала тарифы за прошлый месяц! Забрать денежную компенсацию можно у управляющего дома! Олега Петровича! Да тихо, граждане, это какая-то ошибка! Да это ваше назначение было ошибкой, верно? Да. Успокойтесь, граждане, успокойтесь. Я сейчас лично пойду перезвоню в Облэнерго, и мне там объяснят, почему я не должен ничего возвращать. Вот прямо сейчас пойду и позвоню. Куда пошел? При нас звони! Он потом выйдет, скажет, что это было недоразумение. Вперед! Да-да-да, сомнений не останется. Ну как? Нет, это не пойдет. Нет. Нет. Слушай, ну хватит мне показывать одно и то же. Я думал, может, ты передумаешь. Ну, в этом мне не очень комфортно. Даже мне, глядя на тебя, не очень комфортно. Ну, а это как? Отлично. Правда? Нет, вот это ужасно. Иди, мери еще.
Алло. Здравствуйте, это Илья. Звоню уточнить по поводу романтического ужина. Вы помните? Да, да, конечно. Не волнуйтесь, у меня все готово. Отлично, но я звоню уточнить по поводу живой музыки. Не переживайте, у нас очень талантливый музыкант. У него 3 образования и все музыкальные. Это хорошо. Я просто сегодня планирую сделать предложение девушке. А мог бы он сыграть в этот момент «Такая, как ты, Океанельза»? Да легко, как 2 пальца об рояль. Ну хорошо, тогда договорились. Ага. Алло, Женя? Да, Никит, привет. Скажи, а у тебя еще остался синтезатор? Можно его у тебя одолжить? А что, план с объявлением не сработал, и ты решил Олегу Петровичу серенаду спеть? Да нет, там все хорошо. Мне он нужен для романтического ужина. Я не понял, а ты разве умеешь играть? Что там уметь? Ну вот всего 7, а пальцев аж 10. Как-то справлюсь. Ладно, бери. Но у меня к тебе будет встречная просьба. Дай попробую угадать. Посидеть с твоей ребятней? Просто сегодня пару раз. Заглянешь к ним и все. Да не вопрос. Заметано. Хорошо, что ты ключи уронил. Мне теперь не придется новую яму копать. Рад, что смог вам помочь. Да ты не боись. С помощью этой ласточки мы мигом твои ключи достанем. Правда, потом Гавриловичу придется Магарыч ставить. Ну, понятно. Он мужик хороший, но пьющий, зараза. Сколько она уже работает? Минут 10? По ощущениям, 5 часов. Вот вы городские неженки. Сейчас посмотрим. Твою ж мать! Кто обратный режим включил, а? Как обратный? Как он кверху как? Да я вроде все правильно включил. Вроде бы, все у вас вроде бы. Ну не кричите, пожалуйста, на папу. Я думаю, что это вторая скорость. Не надо вторую скорость! Убери ребенка от техники! Убери, я тебя умоляю! Дядя Никита, мне надоело. После 10 шариков... эта игра стала неинтересная. Ну, Жанна, ты сдался. Напоминаю, главный приз – 1 килограмм шоколадных конфет. И у тебя есть все шансы выиграть. А зачем нам столько шариков? Мы готовим сюрприз. О, круто! А для кого? Для моего папы? Нет. Как раз для вашего папы будет сюрпризом, когда он придет домой и увидит вас спящими. А этот сюрприз для одной хорошей тети. Ой, я люблю сюрпризы. А можно с вами? Нет. А почему нет? Собирайтесь. Ура! Доченька, как приедешь, сразу позвони. Надеюсь, ты свой телефон никуда не уронила? Мам, ну даже если бы уронила, то Игоря-то я все равно не переплюну. Да, Игорек? Все. Конечно, позвоню. Егор! Ну ты идешь? Да-да, иду. Все, можно садиться. Поехали. Жалко, телефон так и не достали. Держи. Да, спасибо. Черт с ним, с этим телефоном. Все равно мне бы было стыдно его в ремонт отдавать. Пап, а когда ты мне купишь новый телефон? Мне купим новый, а тебе мой старый отдадим. Давай, поконим. Самогон откройте. Может, запах чуть перебьет. Да вряд ли. С ветерком поедем. Сейчас, пап, 5 секунд, я быстро в туалет сбегу. Сидеть! Дома сходишь. Извините, что доставили вам столько неудобств. А, приезжайте еще, только в следующий раз на автобусе и без телефона. Понял. До свидания. Слышь, мать, может, зря я так с зятьком. Оказывается, бывает хуже.
Спасибо. Ну, как тебе? Я себя не очень уютно чувствую. Да это потому, что ты трезвый. Расслабься. Нет. Это потому, что мне штаны жмут. Я уже скучаю по своим любимым джинсам. Да забудь ты про них. А лучше сожги. Вон, видишь, как сейчас молодежь одевается? Вижу. А ты сейчас увидишь, как эта молодежь получает взбучку. Девушка, присаживайтесь. Вика. Папа. Так ты в кино пошла, да? Ты хоть иногда мне говоришь правду. Так мы это и ходили в кино. Просто там был тупой боевик, нам не понравилось, и мы ушли. Я-то ладно. А вот ты что тут делаешь? Да еще в таком прикиде. Фейс-контроль в отпуск ушел, да? Нет. Просто твой старик не такой уже и старик. Видишь, я тоже иногда хожу в ночные клубы, зависаю с чуваками. Пап, да мне сейчас мозг зависать будет. Что с тобой? Ничего. Все в этом полном порядке. О, не ожидал я вас тут увидеть. Ну, теперь понятно, почему боевик не понравился. Здесь же этот, блогер. Кстати, смотрел твое последнее творение. Полный отстой. Да? А 100 тысяч моих подписчиков думают совершенно иначе. Так может, это не блог отстой? Ты хочешь сказать, что это я отстой? Нет. Я хочу сказать, что вы обыкновенный хейтер. Что? Пап, успокойся, это не мат. Ну что, народ, вы готовы к финальному батлу? Дайте больше шума! Итак, встречайте, наш первый финалист, МС Ханта! Я пойду. Оседлай эту волну хайпа. Смотри, не захлебнись. Что ты нашла в этом лузере? Ну, как тебе? Ну, если не учитывать того, что я ударилась головой, когда мы сюда поднимались, то все супер. Спасибо тебе большое за этот сюрприз. Нет, трубку он не берет. Что ж такое? Может, на работе еще? Нормально. А где стол, стулья? То есть это как, продукты есть, а на чем их есть нет? И это я только на 2 дня в деревню съездила. Никита, где Тяно? Здрасте! Яна, Макса... Что? Где? Куда? Столько вопросов одновременно. Что вы тут делаете? Мы ждем папу, пока он вернется из ночного клуба и заберет нас. Ваш папа? Из ночного клуба? Это прикол какой-то. Так, подождите, почему вы в таком виде? Откуда у вас конфеты вообще? Сегодня же не Хэллоуин. Это нам дядя Никита дал за то, что мы лепесточки разбрасывали. О, Макс, а можно конфетку? Пап, будешь? Шоколадная? Не, я воздержусь. Подождите, вы со своими конфетами. Какие лепестки? Где мой Никита? Он на крыше. Делает для какой-то тети сюрприз. Для какой-то тети? Так, Игорюк, нам пора домой, погнали. Всем пока. Ну, Никита. Раунд!
Стиля. Сегодняшним королем батл рэпа становится MC Hunter! Если кто-нибудь сомневается, что я лучший батлер этой площадки, пускай выйдет сюда и докажет обратное. Вот ты какой дерзкий! Дайте шума, народ! Кто желает попасть под каток MC Hunter, тяните руку вверх. Кто? Ты? Или может ты в рубашке, парниша? Ну, кто из вас? Нет? Ну, если нет желающих выйти на... Воу-воу-воу-воу! Да у нас становится жарко, народ! Поддержим нового участника, ну! Папа, что ты делаешь? Если ты считаешь, что ты мало на сегодня опозорился, то ты глубоко ошибаешься. Это рэп-баттл. И тут нужно рифмовать на ходу. Да ну и что? Если вон у этого получилось, то у меня-то и подавно получится. Я вон сколько стихов знаю. Как тебя представить? А? Представить как? Женя. В смысле, МС Женя? Нет, лучше Евгений. Ну нет, лучше Евгений Онегин. А нет, просто Онегин. Ладно. Ну что ж, МС Онегин, да начнется новый махач. Слева от меня МС Хантер, справа от меня МС Онегин. Вы готовы? Начинает более опытный, но менее старый MC Hunter. Поехали! Ну, пошумите, пошумите, ребята! Послушай меня, раз пришел ты, дедуля. Здесь моя рифма убивает, как пуля. За свою дерзость получи наказание. Пока есть время, черкани завещание. Твое поле боя на поле чудес. Там, где есть собес и электрофорез. Подъезды больницы, но точно не здесь. Здесь я король, и на трон мой не лезь. Клянусь, что к финалу, как волк, ты завоешь и сцену своими слезами помоешь. Срок годности, дядя, давно твой истек. С тебя лишь одна польза — обильный песок. А этот а-ля молодежный прикид. При виде тебя пропадет аппетит. Готов я поспорить, у старого странника есть под штанами крутые подштанники. Лодочки, туфли, подтяжки, гамаши, варенки, треники, вот это ваше. Не строй себе то, кем ты не являешься. Ты опозоришься, ты облажаешься. Сгоришь от стыда, словно грешник в аду. Тебя каждой строкою туда я веду. Здесь все не твое. Ни тусовка, ни саунд. Так что морщинистый друг, ты поплатишься. Раунд! Ну что ж, ребят, весьма-весьма неплохо. Давайте же посмотрим, чем же ответит наш новичок MC Онегин. Поехали! Ну дайте шума, ребята, ну пошумите, ё-моё. Встречать по одежке напрасное рвение. Ведь после куму переходит проверенно. Ты мне указал на мои недостатки. Посмотрим теперь, все ли с тобой в порядке. Быть или не быть – два из вечных вопроса. Тебе же важнее, есть ли лайк под видосом. Я знаю, я выгляжу белой вороной, но я посветлее твоей псевдокороны. В глаза ты не видел ни Блока, ни Фета. И рэпер совсем не синоним поэта, как Гоголя гений, пройдусь я позором по мыслям твоим, чтобы стать ревизором. Извольте подспорье из тома отнюдь. Слова эти скажут тебе что-нибудь? Ты рэп-дуэлянт в развеселом азарте. А кто-то Орликин из комедии «Дель-Арте». Предайся огласке, открой свою маску. Но страшно тебе, ведь под маской фиаско. Ты мнимый бунтарь, диссидент и мятежник. И парень со стержнем, ну, были и прежде. Кого превозносишь, кого опускаешь? А что ты потомкам в наследие оставишь? Эти разные грязные праздные блоги? По-моему, как-то не густо в итоге. Ты серая масса из 1001. Ни Пушкин, ни гений.
не тот сукин сын. На свете печальнее повести нету, чем знать, что растил для тебя я Джульетту. Ребята, как по мне, все очевидно, у нас новый победитель МС Онегин! Пошли вы все! Ну вот. Спасибо. Пап, это было просто нереально. Да ты круче, чем Тупак Шакур. Правда? Спасибо. А кто это? Это самый известный в мире рэпер. И я круче его? Конечно. Как минимум, потому что ты еще живой. Ладно, идем домой. Погоди, а как же Славик? Ой, простите, МС Хантер. Да ну этого козла. Ему до тебя еще расти и расти. Это мой друг. Да. За тебя. За нас. Слушай, я отлучусь минут на пять. Ты не против? Да нет, конечно. Я буду ждать тебя за этим же столиком. Договорились. Слушай, я кольцо забыл в машине. Сейчас быстро сбегаю, так что можешь начинать играть экоанализы. Хорошо. Какую песню? Я не сдамся без боя. Шучу, я помню. Такая, как ты. Сделаем. Все, давай. Ты только не кипятись, я тебе сейчас все объясню. А не надо мне ничего объяснять. Отцу моему объяснишь, когда он завтра с ружьем приедет. И угадай с первого раза, что именно он тебя первый отстрелит. Все не так, как ты себе представляешь. А как? Все еще хуже? Она уже тоже от тебя беременна? А она не может быть от меня беременна, у нас с ней ничего не было. Ну простите, что я так рано приехала и все вам обломала, да? Я могу еще погулять, сколько часика хватит, а? Ирочка, послушай меня. Я не хочу тебя слушать, я уже Егора послушала. Главное, говорит мне, он не может приехать, его срочно вызвали на работу, а я как дура развесила уши и слушаю. Ну я правда целый день работал. Я вижу, как ты сегодня работал. Ну ты сволочь! Не хватало мне на два дня уехать, как ты какую-то шлюху подзаборную на крышу привел. Девушка, да что вы себе позволяете? Что я себе позволяю? Сейчас ты увидишь. Ира, нет! Извините, пожалуйста, я правда, я не знала, вы понимаете, я когда их двоих... Я понимаю, но вам-то легче. Вы-то уже никуда друг от друга не денетесь, а нам что делать? Делайте то, что и планировали. Ну, я хотел сделать самое лучшее предложение в мире. Вы нам всю романтику испортили. Я? Если ты думаешь, что семейная жизнь — это одна сплошная романтика под звездами и при свечах, то ты ошибаешься. Если ты думаешь, что постоянно вокруг будут бегать дети, одетые в ангелочков, и разбрасывать лепестки роз, то это не так. Семейная жизнь — это ответственность, это бессонные ночи, это тошнота по поводу и без, это ссоры и, главное, примирение. Это когда ты смотришь на нее и понимаешь, что она та самая, единственная для тебя. Поэтому ты сейчас соберешься, возьмешь свое кольцо, подойдешь к девушке своей мечты и сделаешь ей предложение. И вы будете жить долго и счастливо вместе. Я согласна. Никита! Thank you.
Егор. Он читает книгу. Кто? Игорь. А, Шкет. Ну да, чего ты удивляешься? Я же тебе сказал, что лично проконтролирую, чтобы больше никаких телефонов. Я же отец молодец. Я не знаю, что вы там делали, но вам это нужно делать каждый день. Даже не знаю. Это на самом деле не так просто, как кажется. Кстати, там в ванной закончился шампунь, гель для душа, жидкое мыло и хозяйственное тоже. Странно. Вроде все было. Ладно, я сбегаю, все куплю. Иди, иди, иди. Давай. Просыпаемся. А, чтец. Да, да, да. Читай давай. Чтец. Давай, давай. Ровно 100 лет назад в этот день родился выдающийся деятель культуры, основоположник нового реалистического направления отечественной литературы Васильев Алексей. Пап, ну, культура, конечно, это скучный канал. Давай переключим. А чему мы тогда Макса и Яну научим? Пап, дай сюда пульт. Вика, мне делай из телека культ. Пап, ты теперь все время будешь в рифму отвечать? Ну, это же лучше, чем как ты бабкой ворчать. Пап, перестань, пожалуйста. Ну, ладно. Хотя, знаешь, очень досадно, когда твои дети так прохладно... Пап! ...относятся к увлечениям отца. Идемте кушать. Сравниться со мной. А я крутой папа Никар.